Гетиной, маленькими енотами и белочками, листва, желуди и мох. Это не отлетающая гора на ветре перемен. Это ось координат. Это true. Это три. Это ду. Это fire. Кручу-верчу, 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 аплодисментов хочу, кручу-верчу. Рок давно, шансон рулит, видите? Если превратишься ты цветочком поля, я пчелкой лепестки твои найду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Come together! Если станешь рыбкой моря, и к театрам я на дно зайду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Олег Сузанна! Аккуратнее со словами, здесь дети. Если станешь и гитаром, я баре возьму на пятом ладо. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Если станешь ты резеткой, штепселем я тебя возьму. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Мощная и красивая девиз нашего легендарного коллектива. Наши незамысловатые мелодии буквально созданы, чтобы им подпевать, не имея ни слуха, ни чувства ритма. Попробуйте, я это делаю 30 лет. Мы, конечно же, музыкальные шансоны, это называют танцами пьяных каратистов. На картках! Ча-ча-ча-ча-ча-ча! Ау-ау-ау! Я тебя все равно найду! Ау-ау-ау! Ге-ге-ге! Ну давайте, друзья, покажем, что Беларусь толерантное государство, которое буквально семимильными шагами вступает в дружную семью европейских ценностей. Давайте крикнем это слово. Давайте закончим эту композицию.
тем словом, которое несколько лет назад настоящим ортодоксом, настоящим уголовником и рецидивистом было впадло произносить. Это было очень стрёмно, как говорят опера в российских сериалах. Ну а сейчас-то мы далеки от этих инсинуаций. Мы все вместе после плотного, такого же прекрасного ми-мажора от Пабло Ланнистера, который, кстати, подшился десульфирамом и стал на путь исправления, и даже два раза был в церкви и ничего там не своровал. Вместе с вами, всем этим спортивно-зрелищным аэродромом, без всяких, пардон, маршей и радужных знамен, крикнем слово «Дети». Yeah!